не застревать в текстурах. В прошлом видео про Xbox 360 я рассказал, как установить Unity, чтобы появилась возможность экспортировать на эту платформу. Разработка на этой консоли мне понравилась, но был один минус. Не хотелось иметь возможность экспортировать и загружать проект из движка прямо на железку, а не перетыкать постоянно флешку с написанной игрой. Для этого я хотел купить дешевую взломанную приставку на Авито и перепрошить ее в DevKit. Но когда я пытался найти что-то дешевое в районе 4000 на этой барахолке, то мне крайне повезло, ведь я наткнулся на демо-кит Xbox с достаточно приятной ценой. Продавец отправил мне заказ, через пару дней я уже тестировал возможности этой сборки, и все отлично заработало. В природе существует несколько версий приставок для разработчиков, и эта версия самая базовая. Тут нет возможности эмулировать привод или отлаживать напрямую код, но тут есть возможность подключить консоль в локальную сеть и без лишних телодвижений экспортировать скомпилированный проект и запускать его сразу на устройстве. Скорость работы при этом не очень быстрая, но избавляет от кучи телодвижений, что меня дико радует. И своей радостью я поделился с продавцом, который также порадовался, что приставка попала в правильные руки и будет использоваться по назначению. Дело в том, что многие пытаются зачем-то этот DevKit перепрошить и запускать на нем обычные игры, для чего и сами игры нужно будет еще патчить, и выйдет это далеко не со всеми. Сама же приставка выглядит как обычная фатка, на ней все те же самые разъемы, но и главное отличие — это как раз возможность запускать на ней игры с ПК. Такие приставки брали с собой на выставки, чтобы игроки имели возможность запустить еще недоделанную игру, и в случае кражи никто особо не расстроился, ведь ничего страшного не произошло. Без SDK и перепрошивки, в те времена приставка была полностью бесполезна. Фактически и сейчас, если вы хотите поиграть, вам проще купить Slim-версию, поставить фрибут и играть в обычные игры. Эта же версия нужна лишь для разработки, потому и с удовольствием буду ей пользоваться. Цена такой приставки на eBay колеблется от 3 до 20 тысяч. Сомневаюсь, что она будет кому-то особенно нужна из игроков или коллекционеров, однако если вы хотите попробовать разработку игр для Xbox, то вполне можно ее найти. Также на консоли после загрузки попадаешь в главное меню, где располагаются примеры и тестовые сцены для разработчиков. Большая часть этих примеров работает с Kinect'ом, и мне, честно говоря, было лениво его доставать и подключать, потому я запустил лишь обычные. Ну и там было мало чего интересного, все это напоминает привычный SDK для DirectX, где загрузка модели, света. Самая масштабная сцена тут с городом, где можно поиграть с параметрами и настройками, посмотреть FPS, и все это мало отличается от ПК. Еще на этой сцене можно заметить, что тени тут строятся в Shadow Map, как и в Unity. Но из Unity почему-то не работают, но у меня есть пара идей, как это исправить, и я скоро сделаю ролик на эту тему. Ну и самое главное, что приставка без проблем работает по сети с Unity, потому я очень доволен покупкой и планирую выпустить Homebrew на Xbox 360. Потом подписывайтесь на канал, будет интересно. Но и не застревайте в текстурах.